работала в детском доме, меня направили, а потом я переехала в Грозный. Работала я на нефтеперерабатывающем заводе, заведующей технической библиотекой. Уже я в школу я никуда не пошла, была в детском, это, на заводе работала, заведующей технической библиотекой. А потом, вот я на фронт ушла 1 июня 42 года, а 1 июня 67 года меня арестовали. Арестовали почему? Сделали инвентаризацию, у меня на 1003 рубля не хватило в библиотеке книг. Технической библиотеке была. И мне дали 5 лет. Но я 2,5 года сидела. Потом меня все же освободили. Уже книги все были на руках. Я очень доверчивая была. Взяли книгу, ну, я знаю, взял, все инженерам они нужны, эти технические литературы. Я никакого внимания не обращала, что не записала никуда. И эти почти все книги вернулись обратно в библиотеку, но я все же 2,5 года провела в лагере. И меня привезли сюда, в Ухту. Досрочно освободили и привезли. И это было уже 2 января 70-го года. Вот я с 70-го года здесь живу, в Ухте. Так что прошла все, что положено было мне. И главное, 1 июня 42-го года ушла на фронт, а 1 июня 67-го года ушла в лагерь. Это ровно 25 лет.